Мир иллюзий и фантастических узоров. Народный театр огненного и светового перформанса «Ом-Рам» приглашает на юбилейное шоу. Его назовут «Воображариум». Уже в это воскресенье. Мы побывали на репетиции. Сотканный из света образ рождается на сцене. Здесь и струящиеся лучи, и порхающие кометы, и еще множество удивительных узоров. Один взмах руки, и зритель погружается в мир иллюзий. Образы создаются при помощи эффектной одежды, цветового, лазерного и неонового реквизита и, конечно, мастерства. Немножечко замахнулись, скажем так, и подняли такую тему, которая очень интересна, я думаю, будет каждому из нас, потому что это тема души, тема рождения души, как мы появляемся на этот свет, как, где вообще мы обитаем до этого и куда мы уходим. Это, в принципе, такая коллаборация неоновая, световое пиксель-шоу и лазерное шоу. Будут много сюрпризов и, ну, собственно, вы уже сможете увидеть, когда придете к нам на представление. «Ом-Рам» объединяет 13 артистов. Многие трудятся все 10 лет. Некоторые пришли позже. Татьяна Артемьева укрощает драконов на сцене, а еще шьет костюмы для коллектива. Я когда пришла в коллектив, я не умела ничего крутить, но я начинала с другого реквизита, с паев. А когда их более-менее освоила, то уже начинала с палки. Сначала контактно, это была просто палка без вот этой штуки. Потом я увидела драгон, влюбилась и начала пробовать, ну и постепенно выучилась. Путешествие бесплотной души по разным мирам. То, что нереально передать словами, вполне возможно показать в световом рисунке. Сейчас прогон на репетиции. Само представление будет идти в формате нон-стоп на протяжении часа. У нас есть какие-то идеи, какие-то мысли, которые мы хотим выразить через хореографию, и вот мы делаем это таким образом. Ну, основная идея, которая лейтмотивом проходит через все выступление, это, ну, что самое дорогое, что у нас есть, это душа. Билеты на перформанс «Воображариум» еще есть. Юбилейное шоу пройдет в КДЦ «Шелковик» уже в это воскресенье. «Мистерия огня и света» начнется в 18:00.